Мы сейчас сидим в Замоскворечье, да? Вот как ни странно, у меня здесь прошла моя военная юность. Я был курсантом военной академии имени Дзержинского, это ракетные войска. Я тоже. Я в 91-м году. Ну, ты молодой. Ты молодой. И мы здесь жили на Софийской набережной, у нас была казарма, бывшая Коколевская, подворье. А зарядку мы делали, вот где сейчас Болотная площадь, раньше назывался парк Репина. Представляете, там выбегает там 200 парней, там форму номер 2, по-моему, с голым торсом называется. А тогда еще было там английское посольство. Вот такая песня, ну и там же мы свидание с девушками назначали. Вот песня называется «Замоскворечье». В тылу посольства Великобритании, где длинный сквер, скамейки и фонтаны, на первые курсантские свидания я приходил прекрасно юный пьян. Близ памятника живописцу Репину скамеечка стояла в темноте. Волнительней не помню и нелепее свиданий в жизни, чем свидания те. Московская, холодная, холёная девчонка издевалась надо мной, чтоб через час прикинуться влюблённою перед казарменною проходной. Ей нравилось, наверное, многолюдие, хмельные голоса со всех сторон. Эй, девочка, с какой ты киностудии? Братан, отдай ее в наш батальон. Не знаю я, с какой ты киностудии, отдам тебя в соседний батальон. Тогда со страстью, будто в самом делешной, она приподнималась на носки, закидывая на мою шинелишку две белых горностаевых руки. И прижималась бедрами упругими, и целовала в губы, не стыдясь, чтобы юнцы военные с подругами завидовали, видя нашу связь. Я иногда хожу в Замоскворечье, сажусь на ту скамью, когда пуста, и вспоминаю, будто вспомнить нечего ее перед казармою пуста. И вспоминаю, что ж мне вспомнить нечего ее перед казармою пуста.